И начнем с новых данных. За сутки в Тюменской области 141 случай COVID-19. Несмотря на усилия врачей, один человек умер. Это 61-летний мужчина. За весь период пандемии в регионе скончались 60 пациентов с коронавирусом. Всего заболевших 12695. В России за сутки 17347 случаев. Выздоровели 7574 пациента. На Ямале 177 новых заболевших, в Югре 191, 3 человека умерли. Такие данные передает сайт stopcoronavirus.rf.